Дорогие друзья, бронзовая группа А встречается команда Slam Dogs и команда Стимул. В команде Slam Dogs сегодня на конечной Алексей Наворота, Гриневич Владислав, Шевчук Павел, Лесняк Николай, Александр Нагорный, Сергей Марцеленко, Виталий Гоголин и Соломка Александр. В составе команды Стимул, Гончук, Григорий на воротах, Кашак Николай, Березанки, Дмитрий Петлин, Александр Цибульский, Сергей Мандзюк, Вадим Мельник, Константин Романенко, Владислав и Шкварун Петр. Кошак отыгрывает назад на Мандзюка. Русь по поводу смен. Петлин Александр. Сказал. Мандзюка. И сразу попытался рывок сделать Березанский. Не так успешно. Лесняк. В разрез. Ну и первый голкипер на месте. Гончук Григорий просто выбивает мяч за пределы поля. Лесняк. Скрытый заброс от Николая туда. В борьбу для Нагорного Александра. Петлин. Отыграл на Мандзюка. Березанский попробовал пяткой сыграть. Ну, успеху как эта передача не привела. Очень как-то сумбурно начинает первые минуты команды. Кому это на пользу, я не знаю. Гриневич вот подхватил мяч. Ну, правда, тут же отдал и сопернику. Петлин на Кошака. Николай. Николай убегает за пределы поля. Березанский. Немножко назад. Очень стоит подорожить мячом как раз-таки со стартовых первых минут. И я думаю, что стимул, может быть, это и понимает, но где-то есть небольшой и мандраж, и какая-то ответственность, и желание побеждать. Поэтому непросто играть. Ну, команда сегодня Slam Dogs, мы видим, что очень организованно выходит в атаку. И Лесняк на этом высоком прессинге, в этой атаке, не забивает. Хотя шанс был супер. Петлин. Достаточно долго принимал решение Березанский, едва ли у него не отобрали мяч. Кошак на Петлина. Мацеленко отобрал мяч, а дальше уже комбинация Slam Dogs неплохо развивается. На самом деле выглядит так, как будто Slam Dogs тренируется, даже правильно старается перемещаться по футзальному часто. Но это дорогого стоит. Гончук Григорий. Но Марцеленко. Марцеленко обыгрался с Лесняком. Гриневич не стал на Нагорного играть, как мы видим. Гончук. Мандзюк Вадим на Березанского. Снова Мандзюк. Березанский на Кошака. Николай сбрасывает назад, дабы сохранить мяч. Петлин на Кошака. Мандзюк. Почему бы не убежать, решил Березанский. Кошак.
Николай закрывает корпусом и пробивает с правого фланга. Нагорный на Марцеленко. Лесняк. Ну, Гончук смело играет, удастся ли сохранить мяч. Нет, Александр Петлин не успевает его оставить в пределах поля. Быстро разыгрыш аута, некорректный при этом. Отлично, забор на Цибульского. В борьбу есть шанс забивать гол и забивает гол сейчас. Команда «Стимул». Соломка, Александр реализует первый мяч в этой встрече, друзья. Ой, прошу прощения, не Соломка, а Романенко, Владислав. На пятой минуте этот забитый удается «Стимулу», и это на самом деле такая некая приятность в этой игре, потому что «Сламдог» все-таки являются какими-то такими преждевременными, возможно, фаворитами на эту встречу. И вот, наверное, стоит также сказать, что перестроить игру можно будет «Стимулу» сейчас, учитывая, что сопернику будет еще нужнее забивать, они будут сами идти. Но пока что какое-то прям перестроение от «Стимула» не видно. Атакует, продолжает атаковать. Еще и Цибульский вышел, который часто вот как раз таки в роли нападающего. Попытался там переиграть. Неплохая попытка от Березанского. Гончок. Романенко на Цибульского. И супер шанс забивать как минимум второй мяч. Став там, Вратарь тронул. Центр, центр. Почему не сыграл на перекате в этой ситуации? А ведь попробовать можно было. Наверное, одна из тех ситуаций, где в выигрышной позиции именно атакующий игрок, а не вратарь. И досадный рикошет, друзья. Марцеленко забивает в свои ворота. 2-0. Играем дальше, не расслабляем. Я сказал, так ничего не получается. Лесняк. Нагорного. Снова Лесняк. Марцеленко на Шевчука, Павла. Ну вот есть какой-то, что ли, привычка свойственная для команды «Стимул». Они любят пропустить совершенно ненужный мяч, ну а потом, точнее, для команды «Сламдог» пропустить ненужный мяч, может быть, два, и потом волей-неволей отыгрываться и вкладывать немало усилий для того, чтобы вырываться вперед. Присутствует за ними такой рисунок. Я это даже говорил про выпуски тура, что часто победы их непросты, но очень красивые, динамичные и эффектные. Цибульский. Упал. Досадно. Романенко продолжает вести борьбу. 22 номер, и классно Мандзюк выходил на ударную позицию, но бить не стал. А вот уже наконечный смог заблокировать этот прострел. Лесняк. На Шевчука. Павел снова отыгрывает на Николая Лесняка. Нагорный. Достал мяч, но дальше продолжения нет.
Давай сразу перед ним. Ну сразу ж. Прийом стоїть. Ой, вийшли ж мені. Тільки зразу перед один стоїть. Перед не прикусить. От один останній. Перед. Назад. Зліва, центр сам. Сам вибирай, сам вибирай. Цибульський. Хорош, Сань. Наш, Сань. Та як? Нагорний. На Шевчука, Павел. Ну и на вынос вынужден играть Ганчук. Вот таким образом. Шевчук, Павел. Очень дальний навес и попытался там Лесняк достать эту передачу. Чуть поздно сделал ускорение. И, конечно, непростая задача была только что у него. Хошак на Цибульского. Хороший выход. Один на один. И вот как раз-таки Николай уже играл на перекате. Немножко там пытались подсбить его темп грязными приемами. Отпускай. Да, я сложный. Русь. Нагорный. Хорошо! Наш, Виталий, наш! Какие? Синие. Синие отложены. Цепляли в центр. Выси, Костя, выси. Нагорный в разрез перехватывает на эту передачу Петлин. Александр подстраховывал Николая Кошек. И с этого эпизода ничего не удалось положительного выдавить, как минимум. Павел Шевчук, нога Голина. Отлично, хорош. Товарищ Пашенька, вот так открывай. Виталя, давай, назад. Кто у нас замена есть? Спира трех. Кошак. Ой, хорош. Так судья, с пылу, гай. Приведи. Не хватает сегодня Шкуруна. Петр, хотя он был в заявке, по неясным причинам не приехал. Петлин. Александр попробовал обыгрывать. Лесняк. Нагорного. Высокий прессинг и от Петлина, и Цибульского. Вот так. На всякий пожарный выбивает мяч вперед. Где-то в борьбу для Павла Шевчука. Он совершенно не туда открывался. И, по всей видимости, зацепиться за этот мяч не смог бы. Кошак. Почему не стал бить Николая? Сыграл на Петлина. Сильный удар с носка уже от семерки стимула. Почему нет? Набрали. Вот. Петлин на Кошака, снова Петлин. Вот Сёмый. Лесняк. Прямо на Гриневича. Ну, было бы круто, конечно, если бы обработал эту передачу для команды Slam Dogs. Но попробуй такой обработать-то. Сильный удар от Александра Петлина и сейф от наконечного. Розыгрыш аута. Раз за разом удар именно с носка практикует стимул. Гриневич. Мяч, к сожалению, покидает пределы поля. Будет замена. Лесняк. Николай туда, на Нагорного. Нагорный обрабатывает эту передачу, закрывает корпусом. Ну а дальше уже Гончук. Григорий фиксирует мяч. Бросать вперед в атаку не стал. Кость сюда, Кость! Мельник.
Долго был с мячом Константин Мельник. Шевчук Павел. Судья, таймаут! Лево, пустой! Березанский. Ну и повалили Мельника Константина. И вот сейчас уже берут тайм-аут команда Стимул. Шевчук Павел назад. Гончук навешивает. Точнее, не Гончук, прошу прощения, а вот как раз таки наконечник навешивал. Гончук фиксировал. Гриневич Владислав. В разрез на Лесняка. Гончук тут же вбрасывает. Мельник. Березанский. Отходим. Отвисок квартал. Отходим. Стоит. Лег, нормально? Гоголин играет на Гриневича. Владислав пробует ускориться. Но сегодня он ожидаем, как-то и предсказуем, как мы видим, пока что для своего соперника. Но это лишь только первый тайм, какие-то выводы делать. Сразу вот так, наверное, это неправильно. Мельник Константин. На Романенко. Не надо пятки, не придумывай. Гоголин закрыл корпусом. Успешно сыграл на Павла Шевчука. Лесняк Николай. Может Коля распорядиться дельно с мячом. Ищет он Владислава. Ну, сводит на нет все эти попытки. Пока что Гончук Григорий, который часто подключается к атакам. Шире. Пять можно? Говори, судья, здесь есть пять? Есть пять? Можешь просчитать? Гриниди! Хорошо. Аут синий. Коля, стой. Лесняк. Такое попытка как бы ускорения. Осознал Павел, что лучше сохранить мяч вот таким образом. И вести аут. Гончук. Поехали выше. Мандзюк отыграл на Березанского. Сильный удар. Но видим, что у Алексея там видел все. Момент удара, будем так говорить. Гриневич Владислав. Лесняк на Гриневича. Снова Лесняк вперед загружает. Передача на Горного налетела. Ну, пока что Стимул просто идеально отыгрывает все эти минуты, выделенные на первый тайм. Их остается совсем немного. Цибульский. Мандзюк на Березанского, снова Мандзюк. Играй, время идет. За поле. Зайди кто. Нет, все. Зеленый. Давай.
Цибульский на Кошака. Ну и просто возвращает. Вот такой фейерплей. А тут же атака опасная. Почему Гриневич вот так подбивает мяч, а не прикладывается и не бьет как следует? У меня здесь, конечно, есть вопросы. Цибульский. Цибульский на Кошака. Хорошая, успешная комбинация. Березанский и Петлин уже на добивании. Но это не ассист. Но гол от Александра Петлина и 3-0. Гагулин. Нагорный сбрасывает назад. Лесняк. Петлин на Березанского. Я тут. Иди. Выше. До него пойдешь. Хороший пас от Николая Лесняка. Ладно, ну все. Так а что, ничего не будет? Борьба. Рынь, вот ты с кем? Скажи, пожалуйста. Кошак. На Петлина. Давай, прижали! Березанский. Ну, Коль! Есть, Сань! Нагорный. И звучит свистоком. По завершении первого тайма 3-0. Пока что выигрывает команда «Стимул». Лесняк. Разыграли свой мяч. Сламдокс. Марцеленко. Гончук на Кошака. Лесняк. Нагорный снова на Лесняка. Гончук на вынос. А лучше на вынос предпочитает Григорий, конечно, сыграть безопасно в этой ситуации. Все и понятно. Логично все. Нагорный на Марцеленко. Марцеленко на Гриневича. Владислав пробивает прямо в упор. Конечно же, сейчас будут активнее атаковать. Плюс ко всему забивать-то нужно именно Сламдоксу. Мельник Константин. Ух, жестко Нагорный там срубил. Цибульский.
Константин сзаду. На Мельника, Константин назад. Гончук. Цибульского. Ну, не всегда удается принять 13-му номеру мяч так, как хотелось бы. Нагорный. Прямо на Гончука. Мельник. Классный пас от Нагорного на Гринчука, на Гриневича, прошу прощения, Владислава. Но вот уже Григорий Гончук там как раз, наверное, не первый раз уже вот так хорошо выходит. Просто не позволяет как-то комфортно воспользоваться пространством. Участвует в игре не только как вратарь, а еще и как пятый защитник. Гончук на Кошика. Цибульский ошибается при передаче в касание. Снова мячом завладели Сламдокс. Тут же вбрасывает. Не готов был Березанский, мягко говоря. Стимул явно симпатичный смотрится. Провели какую-то работу над своими ошибками. И пока что удается на ура просто справляться с прессингом от Сламдокс. Лесняк. Николай покатил по бровке. Гриневич. Росновы нас здесь играет. Наконечный. Цибульский. Игорек. Березанский. Нарманенко. Мяч сваливается с ноги. Нехорошо. Пробивает здесь, мягко говоря. Нагорный. Нагорный на Лесняка. Николай Лесняк в центр. Сильный удар и сейф от Гончука. Шевчук Павел на Гриневича. Владислав пробивает вроде бы в правый фланг. Вроде бы точно, но вот с моего-то ракурса точно, а с его ракурса, я думаю, явно не то, что задумывал. Касание седьмого номера. Березанский. Развернуться ему не позволяет. Там Нагорный очень полезен он сегодня в защите. Но один в поле не воин. И в данный момент, конечно, максимум важно, как они отыгрывают от защиты команды Сламдокс. И уже после того можно смотреть за тем, как они строят свои атаки. Потому что стимул ждет. Шанс реализовать четвертый мяч, который еще более комфортное преимущество позволит ощутить на оставшийся отрезок времени. А я напомню, что 15 минут остается до конца. Нагорный. Не первый стандарт Сламдокс, который не так успешен или удачен. Как хотите, можно здесь говорить. Петлин на Березанского. Есть коридор для передачи. И точный пас отдает достаточно Березанского. Паш! Да! Время, время! Давай пас уже, давай! Да уже 8 секунд. Петлин. Вот такой выход из-под прессинга Романенко. Давай плотненько, плотненько, плотненько текаем. Тайм-аут,
Наконечно, Нагорного. Романенко на Березанского. Романенко на Петлина. Вратарь был первый на мяче, Лесняк. Хорошо выходит из-под пресника Николай Шевчук Павел на Гриневича. И не забивает, супер шанс, дважды попадает в штанги. Просто что-то невероятное, честно говоря, от Сламдокса. Нагорный. Гриневич, Владислав, Бобровки, прям туда, на Лесняка. Николай будет разыгрывать и ищет пас. Отрабатывает кошек Николай. Березанский на Петлина. Владислав Гриневич на Лесняка. Снова Гриневич. Как-то долго достаточно обрабатывал эту передачу. Главный-то пункт в том, что чем быстрее ты разыгрываешь мяч, тем лучше удается, собственно, создавать момент, реализовывать их. Тем больше коридора для удара и так далее. Фалит здесь Петлин, слишком уж высокий прессинг при отборе. Одно успешное обманчивое движение, и тут же, конечно же, будет фол от того, кто отбирает. Как и случилось в этой ситуации. Или Константин пробирается на рывке, но Гриневич первый на мяче. Просто подчищает, так лучше ускорился в этой ситуации. Гриневич, кошек Николай перехватывает. И точный пас отдает на дальнюю, где находится Мельник Константин, который реализовывает четвертый мяч. И то, что я и говорил, что очень важен этот будет гол для какого-то морального удовлетворения, что ли. Лесняк. Ищет Лесняк Николай, как выйти из-под ситуации. Я напомню, что счет 4-0 на данный момент. И 4 мяча преимущества сухих в ответ от Сламдокс. Сухих. Лесняк на Нагорного. Дальний удар от Гоголина. Почему нет? Петлин. Паша, не выключайся. А точно так, как играет на кошек, и Николай не забивает. Супер шанс. Вроде и хладнокровно принимал решение, но не забил. Куча эмоций от своих, от чужих и от болельщиков. Ну и на замену оба пошли после этой атаки поговорить. Лесняк. Мандзюк. Нет, Романенко все-таки разыгрывал Гоголин. Первый на мяче, головой сыграл. Ну нахера, ну... Что, я же ничего не рубил. Дальше, дай дальше. А что я упал? Марцеленко. Поперечная слабая передача. Романенко выигрывает борьбу у двоих футболистов. И пробить успевает. Правда, касание как раз таки от игрока команды. Стимул было последним. Цибульский. Снова Цибульский. Мельник. Давай, вставай, Костя, блядь, не мочай. Ползи. Что
Ребята, можно смену? Давайте смену. Давай, я наш мяч. Я. Лесняк. Николай, на Гоголина, перехват от Мандзюка, Березанский. В машине. Игорь, зонтик. Зонтик. Влево уходи, влево уходи, да. Багажники. Лесняк. Ищет Николай выход из ситуации. Ну, тут первый Гончук. Очень мало времени остается, мягко говоря, чтобы 4 мяча отыграть. Почти невозможно. Гоголин. На Нагорного. Петлин перехватывает Александр. 2-1. Можно отыграть передачей. Решил бить. Пробил на самом деле неплохо. Совсем рядом с воротами. Так и стоим. Серый, я ты Серый, навес от Коголина. Борьбу просто буквально для Марцеленко. Цибульский. Ой, Мандзюк, прошу прощения. Игра Леша! Без борьбы. Это была игра, никто не участвовал, поэтому и свистка не было. Еще один шанс, как минимум, для стимула. Нагорный. Мандзюк перехватил, но ошибся при передаче. По исполнению. Сейчас забагато, один туди помогай. Нагорный на Шевчука Павла. Петлин. Александр навешивает в коридор, Гриневич там достает за счет размаха ног. И начинает эту атаку. Три футболиста, сам решается, честно говоря, идти. По неясным причинам не стал играть через передачу почему-то. Шевчук получает желтую. Мандзюк. Гриневич по бровке катит. Коша опередил, на самом деле, здесь Нагорного, но сохранить мяч в пределах поля было почти что не по силам. Шевчук. На Гриневича. Владислав навешивает. Там Марцеленко как-то вытянул ногу, вроде бы обработал бы передач, но нет. Цибульский, шанс забивать, как минимум. Пять минут остается до конца этой встречи. Гриневич. На Кошака вбрасывает Гончук. Николай пробирается дальше. Стоял на ногах. Немало бы труда, как мы видим, это стоило. Цибульский. На Кошака. Сейф от Алексея. Гончук вбросил. Петлин проигрывает здесь борьбу, но вот дальше уже вот такое действие от Александра на вынос просто. Конечно, удар сзади. Слева. Игорь, фол. Право.
Шевчук Павел. Дальний выстрел. Почему нет? Нагорный на Гриневича. Ну вот это уже больше похоже на комбинацию от Сламдокса. И на их решение. Вот не хватает буквально остроты и принятия решений вот по скорости. Медленно достаточно думает сегодня. Как-то так сыто и сонно. А вот почему, это уже другой вопрос. И тут же сразу и вторая, хорошая, привычная для нас попытка. Кошак. Николай навешивает далеко вперед. Есть свинка, Сережа, есть свинка. Лесняк. На скорости убегает Николай, тут же пробивает. Может и настолько быть опасен, что сам начинать атаки и сам пробивать. Но пока что забить никому не удавалось. Гончук настолько хорошо стоит сегодня на ноль. Может быть, не удивляет там прям топовыми сейвами, но стабилен и очень помогает своей команде начинать атаки. Три футболиста от Стимула. Почему не пас от Березанского? Кошак. На Березанского, Петлин. И есть гол от Александра. Марцеленко на Нагорного. Прям своего же попал. Нагорный на самом деле. Марцеленко точно на Лесняка. Тут же выход из-под прессинга есть. Но, правда, Мандзюк не проигрывает эту борьбу. Гриневич. Кошак. На перекате Николай уходит в атаку. Вот тут либо перекат, либо раньше передачи нужно было, конечно, отдавать. Но с мячом все равно остается команда «Стимул». Где-то мотивация уже пала у Сламдокса. Романенко. Кошак. И еще один забитый мяч в этой встрече. Николай Кошак забивает с передачи Романенко на 39-й минуте. Лесняк. Нагорный на Гриневича. Есть все-таки забитый мяч от команды Сламдокс. И кому, как никому, но это Владиславу удается. Кошак на Мельника Константина. Мяч выкатывается за пределы поля. Давайте, три забьем! Марцеленко. Лесняк. Снова на Марцеленко. Точный удар. Но не настолько точный, чтобы как-то с него реализовать. Как минимум, еще один забитый мяч. Всего ничего остается по времени. 6-1 побеждает в этом матче команда «Стимул», что есть небольшой сенсацией этого пятого тура. С чем мы их и поздравляем.